В городе Арыс Туркестанской области разыскивают подозреваемых в убийстве двух человек. 5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арыс, произвели выстрелы из неустановленного оружия, скрылись в неизвестном направлении. А в Шымкенте гостивший у коллеги житель Шымкента украл смартфон хозяина дома и оформил на него кредит. От ран скончался хозяин дома и его знакомый, помогавший ему в строительстве. Ранения получили двое мужчин, также работавших на стройке. Они были доставлены в больницу. В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введен план перехват. Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области. Сообщили в МВД. В полицию с заявлением о том, что у него украли дорогостоящий телефон, обратился житель Туранского района. Со слов горожанина, еще вор успел через онлайн-банкинг оформить кредиты на сумму более 1 миллиона тенге. Об этом мужчина узнал, когда загрузил все данные на новый мобильный телефон. Следователи начали расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 188 УК РК «Кража, совершенная путем незаконного доступа в информационную систему». Сотрудники криминальной полиции установили, что гаджет присвоил себе и оформил займы коллега заявителя, которого последний пригласил домой на обед. Подозреваемого в тот же день доставили в управление полиции. Оперативники установили, что телефон он сбыл знакомому. Похищенные вернули законному владельцу. Собрав все доказательства, полицейские направили уголовное дело с обвинительным актом в суд. Согласно приговору суда, за завершение преступления мужчина проведет 1 год в колонии. Ернур Бубеев, Диана Абелязиз, Новости.